Всем привет, с вами я Тойбой, и сегодня мы с вами снова играем в Skyblock, Minecraft версия 1.16.2, с новым Незером, надеюсь, что он будет. И, кстати, насчет Незера, да, мы сегодня строим портал и отправляемся в ад. Нам надо поскорее узнать, что же там такое и что же там вообще, в принципе, заспавнится. Так, давайте сейчас, наверное, сложим саженцы, сложим палочки, возьмем немножко полублоков, возьмем немножко обычных булыжников. Так, отлично. Сделаем еще немного полублоков. Ну как, достаточно много получится, 44. И немножко вот в эту сторону отдалимся. Вот так вот, наверное. Чек, хорошо. Сделаем здесь небольшой участочек. Сегодня тут у нас будет целая куча экспериментов проводиться, всякого разного рода. Постараемся сегодня здесь сделать портал в ад. Так, хорошо. Ну и вот тут будет портал у нас. Только заранее надо это все осветить, потому что здесь могут заспавниться мобы и все-все-все остальные гады. Ладно, так, берем наши булыжники с обсидианом, берем парочку обычных булыжников, и сейчас надо думать. Так, хорошо. Если я что-то сделаю не так с порталом, то все, это прохождение закончится, скорее всего. Но вроде как я построил его правильно. Ай, больно. Надо сейчас посмотреть. Да, все четыре стороны соблюдены, так что портал должен получиться. Так, сейчас надо сделать здесь небольшой резервуар для лавы. И надо бы взять немножко... Слушайте, жалко, я листву не могу себе собрать с дерева, у меня ножниц нет. Давайте, короче, из досок попробуем сделать портал. Так, лава, ты здесь, ты на месте. Собираем ее. Размещаем вот здесь. Ставим здесь доску, ставим сюда доску. Ну, можем еще вот сюда поставить. И ждем, пока одна из досок загорится. Надеюсь, это получится. Просто иначе я в ад никак не попаду. Ладно, давайте пока полутаем дерево, пока у нас тут есть такая возможность. Хорошо. Ну, начинай загораться. Не хочет почему-то ни одна из досок гореть. Хотя должна. Это вопрос времени. Хватит ли у меня терпения дождаться, пока она загорит. Ладно, ставим сюда саженец. Давайте еще один возьмем отсюда. Хорошо. Оп. Отлично. Так, яблочко. Это важно. Надо собрать. Так, берем немножко. Хотя, нет, зачем нам палочки? Они не нужны абсолютно. Так, я, наверное, пока еще попытаюсь сделать себе немножко древесного угля. Потому что факела уже начинают заканчиваться снова. Так, давайте полстака где-то используем на это все дело. Думаю, 5 угольков мне хватит. Можно даже еще 4 взять, на всякий случай. Так, ну и шо, почему ты не загораешься? Для тебя недостаточные условия какие-то. Или в чем проблема? Знаете, сейчас кое-что другое попробуем. Может, надо увеличить количество лавы здесь? Может, так хоть что-то загорится? Ну, доски должны гореть, я не знаю, почему они не загораются. Во-во-во, слушайте, надо было сразу так делать. Загорелась первая доска, вторая доска загорится. О, отлично. Ай, а почему? А почему? Я что-то не понял. Ну-ка давай, гори. Снова. Эй. Не хочет.
передумала. Собираем саженцы. Так, хорошо, пошел процесс. Ну вот, вот же костер. Где портал? Ват. Он сегодня скрафтится, нет? Алло. Вон же огонь, я же вижу его. Да в смысле? Давай загорайся еще раз по новой. Если сейчас не получится, я погуглю варианты, как зажечь портал. Просто реально никаких догадок нет на этот счет у меня. Так, надо ведро оставить, а то сейчас упаду нафиг и все. Проиграю сразу. Так, гнилая плоть. Надо ее скушать. О. Голод. 30 секунд. Сейчас, наверное, еще больше буду терять свою полосочку с едой. Ну давай, ну. Ну скрафти уже. Почему она не работает? Так. Чтоб я услышал, когда она загорится. Мне даже сейчас делать особо нечего на скайблоке, как просто лутать дерево, которое у меня будет спавниться. И я даже булыжник не могу пособирать. Все встало из-за этого портала. Ладно, ребята, сейчас я пойду погуглю, как именно сделать портал правильно. Ну, я вроде как раньше именно вот таким способом добирался в ад. Сейчас что-то не получается, так что да. Сейчас я вернусь через секунду. Короче, посмотрел я, как создается портал. Смотрите, что мы делаем. Ставим вот сюда два блока дерева, получается. Так. Ай-ай-ай, больно. Вот здесь мы убираем вот этот полублок. И сейчас у нас... Ой, уже загорелось все. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Надо потушиться сходить. Ой, буль. Странно загорелась доска. О, и портал загорелся сразу, слушайте. Балдежно. Забираем лаву. Вот так вот просто он, блин, делался. А я тут какие-то спецэффекты выдумывал. Так, давайте сейчас немножко разрушим все, что у нас тут наставили мы. Оно здесь не нужно. Так. Здесь факел был. И темнеть начинает. Все? Вроде как все спокойно, все чисто. Ну что, ребятки? Отправляемся мы с вами в ад в этой серии. И сейчас посмотрим, что же такого нам там заспавнится, что же такого там появится. Так, погнали. Наверное, стоило оставить ведерко, вдруг там сейчас гаст какой-нибудь будет. Или еще какая-нибудь жесть. О, блин, а почему ад обычный? Так, а что с порталом? Что за нафиг? Так, здесь у нас лед, сахарный тростник и саженец березы. Еще два грибочка. Грибочки мы соберем обязательно. И давайте... Чего? What the fuck? Мне страшно, ребята. Я сломал портал. Окей, допустим. Лед положим пока что сюда. Саженец и тростник у нас имеются. Семечки у нас, как видите, не дропнулись. Походу придется их добывать из жителей уже непосредственно. И да. Наверное, все-таки я первым делом попытаюсь... сделать себе ферму с мобами, потому что без нее вообще никак мы продвинуться не сможем дальше. У нас проблемы с едой, у нас проблемы с... Ну, с ресурсами нет проблем, я спокойно могу их добыть себе, еще больше булыжника скрафтить. Но, кстати говоря, мы с вами моб-ферму будем строить из красивого камня. Не знаю, как вам показать его. Короче, мы просто берем, переплавляем весь булыжник, потом сделаем из камня вот эти красивые кирпичные эпические вот эти вот блоки, и из него уже и будем выстраивать себе нашу гигантскую крепость. Просто придется очень много угля на это все дело потратить, скорее всего. И, наверное, надо будет скрафтить себе еще одну печь, чтобы у нас было больше вариаций для наших маневров. Так, давайте
Поставим ее наверх этой печки. Все. Теперь отсюда заберем половину угля и закинем новый булыжник. Сейчас вот докрафтится последний блок. Я покажу вам, что именно я хочу сделать. Все, вот камушек у нас имеется. Теперь просто берем, соединяем. И из каменных кирпичей делаем себе, получается, нашу моб-ферму. Но, наверное, кстати говоря, ну в этой серии начнем ее как-то обустраивать. Не особо помню, как она делается, но если что, я в интернет вылезу, погуглю этот вопрос. Так, ну сейчас надо покушать. Где у меня? Яблочки с собой, да? Кушаем. У нас уже практически выросли наши саженцы. Так. И давайте посмотрим, сколько мы здесь блоков сделали. Раз, два. Ну и тут также через два блока у нас пойдет ферма наша. Так, наверное, удлиним ее на 6 блоков. Да. Нет, можно даже 8, чтобы больше места было на площадке, чтобы, если что, мы смогли потом сюда сундучки поставить или что-то наподобие. И теперь просто берем, и у нас заканчиваются полублоки. Круто. Теперь просто берем, создаем себе еще немножко полублоков. Так, это все скидываем обратно. Можем уже, кстати говоря, сделать себе бесконечный генератор воды. Где-нибудь, как-нибудь. Ну, чуточку попозже этим займемся. Так. Я сейчас постараюсь сделать по-быстрому платформу, и как только я закончу ее, я вернусь к вам. Ну что ж, я закончил вроде как с созданием платформы. Вот такая вот она у нас будет под моб-ферму. Вот здесь мы сможем спокойно пройти, допустим, на следующий островок, который здесь построим. А здесь у нас, собственно говоря, будут дропаться мобы все наши, и мы с них будем лутать ресы. Сейчас единственное, только надо будет дождаться, пока у меня переплавится весь камень. Сейчас у меня его не особо много. Как видите, буквально стак насобирали мы с вами. Это прям вообще ни о чем. Да, стак каменного кирпича. Слушайте, нам этого даже наполовину нашего всего здания не хватит. Но если что, вот так сейчас дальше будем и пытаться выстраивать нашу ферму. Давайте сразу сделаем бесконечный генератор воды. Пока у нас есть такая возможность. Давайте вот тут вот выстроим. Блин, а где его поставить реально-то? Этот генератор воды бесконечный. Давайте у нас за порталом будет небольшая нычка такая, получается. Так. Ой, и ужасные звуки из портала издаются. Так. И здесь, получается, делаем небольшой бассейн. Так, у нас опять закончились полублоки. Да ё-моё. Это тупо... кончаются, как не знаю что. Ладно, давайте все полублоки создадим. Я постоянно жалею их. А не надо. Не надо. Мы с вами проходим игру. Нам надо все четко использовать в нужных количествах. Так, отлично. И вот здесь, получается, разбиваем лед. Хорошо. Теперь берем ведром. И теперь заливаем воду еще вот сюда. Куда она вылилась, простите? Что-то не похоже, что она бесконечным генератором стала. Мне кажется, это из-за этих дурацких полублоков. Они все портят. Давайте сейчас немножко изменим нашу конструкцию, так и быть. Просто пока мы это не сделаем, мы так и будем мучиться.
так и не поймем, сделали ли мы бесконечный генератор воды или же нет. Ну вот, сюда заливаю воду. Во, теперь получился. Берем сразу ведерко. Одно ведерко выльем вот сюда, чтобы у нас сразу генератор наш работал. А второе ведерко будем носить с собой на случай, если вдруг мы упадем. Блин, опять это дерево выросло. Как я не люблю, когда такие деревья вырастают. Ой, ладно. Так. Как нам поднимать нашу ферму? Давайте для начала вот здесь вот сделаем все по красоте. Отлично. А мы, кстати, можем делать полублоки из каменного кирпича? Вроде как должны, да. Если что, вот такие всякие детали будем делать из полублоков потом в дальнейшем, но сейчас пока без разницы нам, из чего именно его делать. Давайте берем каменный кирпич. Кстати, надо бы еще новую партию поставить. Так, тут 7, тут 17. А есть еще булыжник? Булыжник заканчивается, слушайте. Походу, сейчас придется сидеть и копать его целую кучу лет. Ну, кстати, у нас деревья поросли, так что их тоже надо будет залутать потом в дальнейшем. Так, и давайте думать, как нам все это дело наше разместить. Ну, факт в том, что надо по-любому поднять на один блок это все дело, чтобы, если что, мы могли еще и потом опыт здесь фармить. Сделаем такую чисто ферму опыта. Так, и... Угу. Ну, так просто запрыгнуть не получится, я уверен в этом. Тик. Хорошо. И начинаем наше медленное, неспешное строительство. Тик. Кстати, надо еще узнать, как делаются эти строительные леса. Они же должны как-то крафтиться. Каким-то способом. Так, ну вот сюда будут падать мобы, я их здесь буду лупить. Возможно, даже будет правильно вот как-то побольше здесь пространства оставить. Тек. Давайте забираем все, что у нас тут дропнулось. О, у нас уже начинает голод копиться. И сделаем вот так. Чтобы мобы не могли нас ударить, чтобы мы были в безопасности. На всякий случай сделаем вот такие вот вспомогательные элементы. Заранее о них подумаем. Так, сюда. Вот здесь, мне кажется, блока тоже не хватает, да. Так, ну вот, в целом уже хоть что-то начинает вырисовываться. Тик, тик. Сойдет, сойдет, слушайте. Так, я сейчас, наверное, отправлюсь в интернет, посмотрю, как крафтится строительный лесам. Пока что поставлю паузу. Возможно, во время паузы также налутаю деревья. И, возможно, немножко всколопну булыжника. Хотя, не обещаю. Ой, не, ребята, это вообще не вариант. Я погуглил, как делаются эти строительные леса. Там нужна нить и бамбук. У меня ни того, ни другого нет. Кстати, нет, нитки у меня есть, но бамбука у меня, скорее всего, не будет в этом прохождении. Не знаю, где я его добуду. Возможно, придется торговаться с жителями как-то. Но уверенность в том, что я найду нужный себе ингредиент, минимальная, абсолютно. Ладно, не расстраиваемся. Сейчас давайте еще немножко подкопаем вот эти деревья. Я, наверное, уже не буду в этой серии копать булыжник, переплавлять камень, потому что оставим это на следующую серию. В следующей серии мы с вами закончим эту моб-ферму. Так что да. Ладно, так, давайте. Эй. Надо немножко по местам все разложить перед тем, как закончить. А то опять такой бардак у нас. Как обычно в целом. Так, булыжник весь сюда. Дерево пускай сверху будет. Нам, кстати, бы не помешало бы еще березу посадить. Чисто так. Было бы полезно для нас, но ладно. Короче. Всем спасибо, что смотрели эту серию выпуска Skyblock. Ждите, скоро новый выпуск выйдет по-любому. Завтра будет 2 видео на канале, так что залетайте, посмотрите хотя бы одно из них. И я напоминаю, что с вами был я, ваш Тойбой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.